بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, в эфире вторая передача, посвященная годовщине мученической гибели Али ибн Мусы, прозванного Ар-Рида, алейхиму ассалям, в связи с чем мы приносим вам всем свои соболезнования. У нас в гостях шейх Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Курбан, в прошлой передаче вы, рассказывая о условиях жизни и деятельности, соответственно, вся жизнь имама была деятельностью, направленной на дело Бога, то есть, рассказывая об условиях, вы указали на то, что периоды вообще действия имамов разделились на до Кербелы и после Кербелы. До Кербелы было непосредственное участие, прямое, очевидное участие в политических процессах, в том числе и военные. После событий при Кербеле вы сказали, что весь акцент был сделан на просвещение, что вроде бы как это и не политически, но в конечном счете это самое, что ни на есть политическое вмешательство на самом деле было. И указали на развитие, как это начиналось, допустим, с имама Саджада, то есть Али ибн Хусейна, алейхиму ассалям, когда он не мог прямо сказать, он был вынужден в своих молитвах делать так, то есть обучать людей посредством мольбы к Богу, чтобы это кто-то услышал и записал, передал и сделал выводы. Но затем мы наблюдаем прогресс. Имам Бакир, то есть сын Али ибн Хусейна, Мухаммад, далее Джаафар Садик. И наблюдаем, как вы сказали, что при имаме Бакире, если и были ученики, которые не были убеждены в положении этих людей и их, скажем так, сложность самих посылов, речей имамов была не настолько... то есть намного проще, и что впоследствии мы видим, что и идеология углубляется, мысль углубляется, и значит мы из этих самих слов можем понять, что и развитие происходило, последователи их, и как вы указали, и был создан институт представителей, которые расширяли влияние, качество, улучшали качество, и соответственно также занимались проповеднической деятельностью, как я понимаю. На этом вы остановились, вам слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей и еще раз приношу свои соболезнования в связи с этим днем, в связи с мученической смертью его светлости имама Риды, алейхи салату вассалам. На самом деле имам Саджад, алейхиссалату вассалам, создал школу, которую он передал своему сыну, тот передал своему сыну. Это была школа. Эта школа была создана через молитву, как вы упомянули. Эта молитва была настолько невероятной для того времени. Она на самом деле сейчас невероятная для мусульманского мира. Но в мусульманском мире сейчас создана такая аура, такая обстановка, что нельзя просто даже ознакомиться с этими молитвами. В чем причина? Почему нельзя ознакомиться? Создана такая атмосфера, такая обстановка создана в мусульманском мире, что большинство мусульман, они к этому наследию, к этому величайшему наследию относятся к чему-то такому
как к чему-то такому грязному, нечистому, к чему даже нельзя прикасаться и смотреть, в сторону чего даже нельзя смотреть. Это реальность, это не преувеличение нисколько, это самое, что есть реальность. Но в то время, когда имам Саджад алейхиссалям в Медине начинал эти молитвы удивили. Они сегодня могут удивить весь мир, они могут покорить сегодня весь мир. Если их понять, наверное. Если начать хотя бы знакомиться с этим. Хотя имамы прекрасно понимали, что мы из преданий и речей, и вообще то, как действовали, жили имамы, мы прекрасно замечаем, и можно, и внимательный человек может обратить внимание, что они знали, что эти слова дойдут до всего человечества в конечном итоге, как рано или поздно, что человечество ознакомится с этими речами. И сегодня мы, живя в 21 веке, прекрасно можем быть свидетелями этого. Смотрите, сегодня это учение, нету ни одной точки, наверное, в земном шаре, где бы и не знали, кто такие имамиты и шииты. Мы не пришли бы в какую-нибудь местность и не нашли бы там человека, который исповедовал бы это учение, или так или иначе занимался бы распространением и проповедью этого. Но это сегодня, а всего лишь 60, 70, 80 лет назад этого невозможно было представить. Всего лишь 60-70 лет назад. Это совсем другая. Это мы сейчас привыкли, что да, Вашингтон, Нью-Йорк, там, Лондон. Не было этого всего лишь век назад. А со времен имамов прошло более 10 веков. Не было. Мы просто живем в такое время. Уникальное время живем. Сегодня мы это замечаем. Когда имам Саджад алейхиссалям начиналось и свои молитвы, мусульмане того времени, мединцы, они были покорены этими, и они приходили и специально слушали его светлости. И таким образом была создана школа. Таким образом имам Саджад алейхиссалям привлек людей к этому учению. То есть без непосредственного контакта с этими людьми, да, он воспитал из них своих, да, учеников. Да, совершенно. И в дальнейшем имам Багр алейхиссалям воспользовался этими людьми, этими плодами работы своего отца, и продолжил это дело уже, как вы выразились, уже через прямой контакт. И так далее, это продолжилось. Создание сети – это очень дальновидный шаг, это очень мудрый дальновидный шаг, который, к сожалению, сегодня не так реализуется, и хотя сегодня тоже есть возможность это реализовывать, этой деятельностью заниматься, чем люди не занимаются. Почему? Обратите внимание, имамы не отправляли людей в ту или иную местность на 2-3 дня, или на месяц, или даже на полгода. На всю жизнь? Они отправляли туда жить. Угу. И все, и ничем эти люди не занимались. Эти люди ничем не занимались, только просвещением местного населения, той местности, где они жили. Чем вы имеете в виду, что они не работали? Они не работали. То они, есть на вся жизнь? Их, все их расходы были на имамах. Имамы то есть покрывали через хумс, да? Да, из той же местности, где они собирали этот хумс, из той же местности они их и обеспечивали полностью. Сегодня этого нету. Сегодня это уничтожено, это вот искажение как раз таки пути имама в сегодняшнем мире. Потому что человек, который сегодня поступил в эту школу, которая сегодня нашла свое продолжение через эти хувзы, через эти духовные семинарии имамитские, это Наджаф, в Ливане есть, да, то есть в Иране, в Сирии было и так далее. Эта школа. Человек, который сегодня вступает в эти школы, он должен выживать самостоятельно, что есть предательство того пути, который заложили. То есть это даже не дальновидно просто-напросто. Даже дело не в предательстве. Просто не дальновидно, просто не мудро, не мудро так поступать. Имамы вели совсем другую деятельность. То есть, если мы, допустим, найдем в Нью-Йорке студента, который отучится в этой школе, то из нью-йоркских имамитов, которые выделяют хумс, этот хумс не будет уходить куда-то в Кувейт или в Ирак, если говорить о сунне имамов, он будет оставаться
в Нью-Йорке и обеспечивать этих нужды людей, местного населения. Обеспечивает этих людей, которые вышли из этой школы и в этой местности проживают и занимаются этой деятельностью. Но это то, к слову о том, как действовали имамы. Это в истории, в их жизнеописании очень ярко и четко описано. Можно ли оправдать это новаторство немалой вероятностью того, что немало людей так или иначе просто стали бы жить, скажем так, посредством этого, то есть не с целью реального донесения. То есть я опять-таки просто спрашиваю, не случайно же это, наверное, тоже как поменялось? То есть тогда их ученики, насколько они были сознательны, и сегодняшние, допустим, люди... Эти люди не были случайными, это были люди, которых выбирали сами имамы. Угу. То есть это же не было такое, что вот у нас конкурс, приходите, кто хочет. Не было такого. Сами имамы выбирали. И я к тому, что те люди и те организации, и те структуры, которые занимаются и отвечают за хумс, они должны уделить внимание к тому, чтобы знакомиться и знать этих людей. Угу. И выбирать среди них своих представителей, которых они могут отправить туда и заниматься, из местных, из тех, кто может знать местные языки, может знать и так далее, то есть этим заниматься. Нравы, обычаи, все, что нужно для правильного донесения. Да, да. Ну, проблемы здесь нет, это можно сделать, это несложно сделать, возможности на это имеются. Курбан, извиняюсь, наверное, прежде чем перейти к новой мысли, прервемся, у нас меньше минуты осталось. Иншаллах, продолжим. Уважаемые телезрители, мы скоро вернемся. Снова в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, вы говорили о методах имамов, как они действовали, как они назначали наместник, опять-таки говоря о наместниках, когда они посылали людей в ту или иную местность, вы сказали, что они не посылали их как на вахту день, два, неделю, год или 10 лет, они посылали их туда, чтобы они жили там, то есть совершенно даже не думали о том, что они, то есть это их родиной становилось. Второй, или неважно, в общем, как это в терминологическом значении понимать. В общем, что эти люди, вы сказали, что они занимались только и только просветительской деятельностью, то есть подготовив этих людей, они их отправляли, и эти люди служили связующим звеном. Но они были там укреплены, то есть они закреплялись на этом месте, то есть так, чтобы их и люди знали, чтобы и детей знали, в общем, со всеми вытекающими последствиями. И указали, опять-таки, что сегодня этот метод утерян, что этот эффективный метод, который на самом деле, опять-таки, проявление, то есть показывает дальновидность того, кто установил этот метод, что сегодня мы, к сожалению, его не наблюдаем. Более того, что такой образ жизни сегодня многими будет называться тунеядским, нахлебническим и всем прочим. То есть настолько сознание сложилось мусульман в чуть другую сторону. Здесь на самом деле виновато христианство. Почему? Мы очень многое из своего понимания религии выводим почему-то из христианской религии, из представления христианской религии. Потому что в христианстве это норма. Тунеядство в христианской церкви это норма. То есть это нечто такое само всепоглощающее. То есть это люди, бездельничающие круглый год, ничего не делающие практически, кроме каких-то там совершенно ритуальных каких-то этих услуг, оказывания ритуальных услуг, продажи
каких-то ритуальных и каких-то религиозных атрибутов, икон там скопированных и так далее, освящение там водой поплескать и так далее. Ну, это вот их то, чем они занимаются. Но мы очень часто судим об исламе и вообще во всех религиях по какому-то какой-то определенной религии, в частности, чаще всего по христианству. Это христианский образ мышления, вот то, что вы говорите, тунеядство. Потому что то, чем занимались эти люди, это было самое сложное дело. Почему? Потому что они, если вы занимаетесь бизнесом, то вы можете что делать? Вы можете себе жить как хотите. Вы можете иметь такой достаток, который вам, стремиться к такому достатку, который вам нужен. А имамы не обеспечивали их таким образом, их обеспечили в той мере, в которой необходимо для самой простой, обычной жизни. Это дискомфортно. Для человека это дискомфорт, это большой дискомфорт. Человек хочет жить в лучшем доме, жить в лучших условиях и так далее. Почему он должен жить? Это жертва, и помимо того, что и сама эта деятельность нелегкая, тем более в современном мире, это очень сложная деятельность, не подсильная абсолютному большинству людей, не говоря уже о тунеядцах. И, кстати, вы задали вопрос, что сегодня вот могут люди просто воспользоваться, да, то есть таким образом. Обратите внимание, имамы считали, что эта самодеятельность важнее того вреда, который вы озвучили до перерыва. Угу. Почему? Потому что наша община, имамитская община, столкнулись с колоссальнейшими проблемами из-за этого, из-за этой практики. У нас есть, несмотря на то, что 12 имамов изначально было, 12 халифов, и даже, то есть, это общая мусульманская причем идеология. Uh-huh. Это даже не имамитская идеология, 12 халифов. Несмотря на это, на то, что было 12 изначально, мы имеем на сегодняшний день, то есть, как минимум в историческом, имеем 6 имамов и так далее, и так далее. То есть мы не 12. Откуда это? А так это от этих представителей это возникло. Я говорю об угрозе, я говорю о негативных последствиях. Почему? Потому что у того или иного представителя на руках оставался хумс, когда умирал предыдущий имам. И он, чтобы не отдавать этот хумс следующему имаму, он высказывал... о завершении. Нет. О том, что он сам? Он говорил, что следующим имамом является такой-то, такой-то, который уже умер, например. Ну, то есть фактически завершает эту... Да-да, они просто ставили точку на имаматстве, чтобы этот хумс дальше не распространять. Чтобы дальше имаму не отдавать. То есть представитель поступал таким образом. Кто поступал таким образом? Тот, у кого на руках были. И таким образом возникли вот эти вот секты, угу. Которые исповедуют другое количество имамов, не 12. Все они или большинство из Нет, этих? Нет, реальная причина всех их была именно в этом. Угу. То есть несмотря, вы говорите, на эту опасность, это потенциал он всегда был, тем не менее... Так это малая опасность. Огромная часть этой общины, имамитской общины, просто уходила со смертью угу. того или иного имама. Уходила в сторону. Это малая опасность. Это не малая опасность, это большая опасность. Это большая опасность. Я имею в виду, если в сравнении с теми негативными последствиями непрактикования подобной системы. То есть получается, да, что даже это не малая опасность. Да, это говорит о том, что та польза, которую приносила вот эта вот больше. Система... Она была намного эффективнее, намного больше, намного значимее, чем тот вред, который она приносила. Угу. Хотя вред был, колоссальный вред. Если мы сегодня сядем и порассуждаем, многие из нас, даже не стоит сомневаться, придут к тому мнению, что имамы ошиблись таким образом, назначая себе представителей. Угу. Раз они после них, чтобы прикарманить хумс, ставили точку на имамат. Ошиблись в выборе или ошиблись... в самой системе. Не знаю, так или иначе. Угу. Так или иначе ошиблись. Но естественно, что если бы у имама была бы альтернатива выбрать другого, лучшего человека, конечно же, он выбрал бы лучшего, правильно? Угу. Того, кто так не поступил бы. Но даже понимая все это, имам
идет на этот шаг. Почему? Потому что это важно. Это крайне важно, это нужно. Это то, на чем держится, это то, для чего вообще существует такое понятие в исламе, как хумс. В том числе и для этого. Ислам это такая религия, где предусмотрены все мелочи. И многое из положений ислама, исламского шариата, исламского закона, исламских заповедей установлены для того, чтобы дать этот инструмент, возможность эту дать. Сегодня до сих пор, в отличие от большинства мусульман, которые себе руки отрезали сами себе руки отрезали, сами этого не поняв, в истории, как бы не увидев будущее, они просто себе руки отрезали, запретив хумс как таковой после его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они просто остались без инструмента, без оружия, без средства. Стали зависим от власти имущих, спонсоров и всех прочих. Да, и сегодня мы увидим вообще, мы увидим полную недееспособность большинства мусульман, потому что у них нет ни государства, у них нет каких-то серьезных учебных заведений. Это огромный мир. Большинство мусульман, это суннитский мир, это огромный мир, у них вообще ничего нету. У них нету серьезных учебных заведений, где потоками, большими потоками люди приходили бы туда учиться. Нету. Единиц. Независимых вы имеете в виду? Даже зависимых нету. Угу. Почему? Потому что государство не заинтересовано. Многие государства в этом не заинтересованы. Зачем им студенты, например, из России? Зачем им студенты из Франции? Угу. Нету потока. То есть нету какой-то идеи, которая... А у нас, вы сравните масштабы. Да? Какой процент? Это там 15-16% от мусульманского мира, это имамитский мир. А поток в имамитские учебные заведения намного больше, чем суннитские. Хотя если, меньше раз 10. Да, если вот в соотношении разбирать, очень большой процент в отличие от них. Почему? Откуда такой напор? Откуда такая энергия? Сохранение вот этого инструмента, хумса получается. Конечно. Конечно, то, что хумс сегодня есть, мы можем расширять, развивать эти учебные заведения. Только из Афганистана в Иране около, не знаю, сколько там, 10, более 10 тысяч, мне кажется. Ну, по крайней мере, тысячами исчисляется человек, который участвует в этом учебном процессе. Со всех стран. И здесь проблема не в том, что нет возможности принять больше. Проблема в том, что нет желаний больше, то есть нет потенциала тех, кто бы мог прийти и учиться, и принимать участие. А у них не так, у них совсем иначе. Есть желающие, причем огромное количество, если бы им создавали бы такие же условия. Все было бы так же, нету для них. Да, если бы были бы такие же, был больший поток. Нету своего государства, нету серьезных учебных заведений. Серьезных в том масштабе, в котором они есть, это почти миллиард. Их почти миллиард. В этом масштабе у них, можно сказать, вообще ноль, ничего нету. Столько вот что-то такое самопальное, самодельное, так, там, тут, в углу. Почему? Откуда это? Откуда эта недееспособность? Откуда это отсутствие политической сознательности, политической активности? Откуда? От того, как вы выразились, отрезали сами себе руки. Да, они просто лишили. Инструменты для действия. А имамы очень активно этим пользовались. Мы очень на самом деле отошли от темы. Суть в том, что просветительство, причем было ступенчатое. Мы должны в том числе и в этом учиться у имамов. Понимать, что в той или иной местности нужно постепенно. Откуда начинать? Да, постепенно нужно. Нужно сдалека начинать. Можно даже в какой-то момент сказать, что первый, второй, третий были хорошими людьми, например. Понимаете? То есть немножко сдалека нужно начинать. Нельзя сразу всю истину раскрывать. Я хотел привести один хадис от имама Риды, алейхиссалату вассалам. Очень коротко. Я хотел об этом хадисе немножко шире поговорить, но, к сожалению, я понимаю, что времени у нас уже не хватит. Да, к сожалению. Его светлость, этот хадис, причем принимается всеми. У него около 30 тысяч передатчиков. Очень, потому что он, его светлость, сказал это в особых условиях. Сказал, одно из условий единобожия. Имам Рида, алейхиссалату вассалам, сказал, я
одно из условий единобожия. Я есть одно из условий единобожия. То есть он в каком значении? Принятие или... Ну, я бы не хотел об этом сейчас говорить, просто я хочу сказать, что это слишком глубоко. Угу. До этого, до имама Риды, угу. прежние, во времена прежних имамов, настолько глубоко в присутствии 30 тысяч человек, это не озвучивалось. Да, озвучивалось среди очень особенных своих сподвижников, может, что-то подобное можем обнаружить, что такое близкое к этому, но в присутствии такого количества людей, потому что, допустим, Ибн Хаджар Аль-Хейсами, Ас-Сауаиқ Аль-Мухриқа, у него есть книга, там он говорит, если не ошибаюсь, 20 тысяч, там варьируется, 10 тысяч передатчиков или 30 тысяч передатчиков, он вроде говорит от 20 тысяч или 10 тысяч. Одного этого предания. Ну, в любом случае, десятками тысяч исчисляются те люди, которые услышали это от имама Риды, алейхиссалату вассалам, и записали. То есть, опять-таки, вы к тому, что насколько углубился уровень. Опять-таки, сейчас взять и понять, ну вот даже нам, да, вот я вас слушаю. Мы отрезаны, на самом деле, от этих, к сожалению, отрезаны от многих глубин этих знаний. Даже в отличие от тех людей, которые в тот момент присутствовали там, даже в отношении нет, потому что ну, история Советский Союз и так далее, много чего произошло в истории. Ну, естественно, с развитием истории и последующие имамы еще больше углублялись, в частности, очень важная речь имама Хади. У него есть зиарат особый, где он уже, то есть там уровень знаний, например, его связывает, говорит, бина уриф Аллах. Бина уриф Аллах. Только и только через нас можно познать Бога. Ну и так далее. Это только самое такое, то, что можно сегодняшний день нам хоть как-то из тех высказываний, которые мы хоть как-то можем понимать. А там есть такие высказывания, которые сложно понимать, очень сложно понимать. То есть мы видим это развитие. То есть это развитие постепенное, когда уже больше раскрывалась суть имамата, суть религиозного учения, суть единобожия, исламского, коранического единобожия и так далее. Через просвещение, через представителей, через вот это обучение. Угу. В таких обстоятельствах находились имамы, в частности. И, кстати, имам Рида, и да, это очень важно, и в частности по поводу шахадатов, по поводу мученических смертей и по поводу политики. Угу. Эта деятельность приводила к тому, что каждый из этих имамов через эту свою просветительскую деятельность достигал той точки, когда власть вынуждена была устранить этого человека. Ну, появлялся следующий имам, который не обладал таким авторитетом, таким уважением. Uh-huh. И пока он набирал учеников, просвещал, пока он занимался какой-то своей деятельностью, отправлял в разные стороны, и когда уже обретал эту опасность, становился опасным, тогда его уже устраняли. Но имам Рида, алейхиссалату вассалам, его условия были немножко другие, его не хотели устранять, с ним хотели поступить хитрее, хотели не... Имам Ма'мун, он был интеллектуалом, то есть он считал себя гениальным человеком, интеллектуальным человеком, он не хотел применять оружие, не применять яд и убивать, он хотел лишить его эффективности, его деятельности. И поэтому он его призвал к себе, дал ему власть. Конечно, она была формальная, но все, как бы он преподносил это как реальную власть, но все понимали, имам Рида сам прекрасно понимал, что это формальная власть. И через это он хотел его приобщить к аббасидскому халифату и таким образом очернить имам Рида Алисатвасам. Ну, в конечном итоге... Либо обелить наоборот, то есть через их чистоту. Ну да, и то, и другое одновременно. Угу. Да. Но он очень сильно старался очернить, имам Рида, алейхиссалам, чтобы этой власти и авторитета лишить. Но все кончилось тем, что имам Рида, алейхиссалам, обрел такой авторитет, такое уважение, которое он не имел, будучи в Медине. Угу. То есть следствие и в назначения. Итоге этот интеллектуал, который хотел бескровно, пошел по стопам своих отцов. Ничего лучшего не придумал, опять-таки. К сожалению, да.
Курбан, что ж, время наше закончилось. Мы благодарим вас за эту встречу. Спасибо большое за очередную встречу, очередную порцию для информации, для размышления. Мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Я Раббана, я Раббана, я Раббана.